Здравствуйте, с вами опять Павел Уханов. Я профессиональный гармонист и преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных. В современных реалиях любой профессиональный гармонист, баянист или аккордеонист должен иметь свои профессиональные микрофоны, чтобы выступать на концертной сцене. И чтобы всегда ваш звук качественно перенаправлялся к пульту звукорежиссера, от которого он уже попадает в колонки, я рекомендую вам использовать радиомикрофоны. И в этом видео я как раз вам коротенько расскажу про 4 такие системы, которые вы сможете приобрести, если позвоните по телефону, который сейчас указан на экране, или напишите мне в социальные сети или на электронную почту. Все эти 4 системы продаются по максимально дешевой цене. Я вам гарантирую самую низкую цену в интернете. Так что не стесняйтесь, смело пишите и звоните. Начну свой рассказ с вот этой вот радиосистемы. Это самая бюджетная и самая ходовая одноканальная радиосистема. Если вы начинающий музыкант, который выступает с аранжировками, или вы работаете в основном на каких-то маленьких концертных площадках, а также на свадьбах и юбилеях, вам вот эта система вполне хватит. Это именно радиосистема, но звук идет с помощью микрофона, поэтому если у вас нет встроенных микрофонов, то тогда вот есть такой замечательный микрофон той же фирмы АКГ. Это профессиональный люксовый микрофон АКГ C516. Он специально разработан, чтобы грамотно озвучивать баян, аккордеон или гармонику. Обладает хорошими частотными характеристиками и максимально точно передает тембр вашего инструмента. Для того, чтобы играть под аранжировку, достаточно озвучивать только правую руку. То есть вот один микрофон и одна радиосистема. Но если вы хотите, чтобы озвучивалась и правая, и левая рука, то нужно покупать либо двойную систему, либо две системы. Например, вот две таких, или если есть финансовая возможность получше, можете под правую руку приобрести вот эту системку АКГ ВМС-45 с микрофоном C516. А под левую руку приобрести вот эту подешевле системку, тоже с микрофоном C516. Но если вы очень стеснены в средствах, то есть идеальный бюджетный вариант микрофоны Artur Forte. Это китайский производитель, но фирмовый китайский производитель. Несмотря на дешевизну, качество достаточно на высоком уровне, и в комплекте там сразу идут два микрофона. То есть одна радиосистема, она двойная идет, два канала сразу с двумя микрофонами, и правая и левая рука озвучиваются. И есть еще для тех, кто хочет максимальное качество, не готов идти на компромиссы, при этом не хочет переплачивать. Есть отличная система ВМС-420, у нее много частот, у нее отдельные антенки, радиус приема до 100 метров, то есть, если вы выступаете в хороших, больших концертных залах, то вам эта радиосистема подойдет, она вас выручит в любой ситуации. Если у вас встроенные микрофоны у баяна или аккордеона, вы можете просто покупать любую радиосистему, одной радиосистемы вам хватит. А если у вас нет, то вот микрофон C516 – лучший вариант из имеющихся вообще на рынке для баяна, гармонии или аккордеона. И есть такая замечательная акция. При покупке двух радиосистем вместе один такой микрофон вы получаете в подарок. Так что звоните мне, пишите. Напомню, эти все системки продаются. Таких систем есть две, вот этих тоже есть две системы. Пишите, звоните, я вам гарантирую минимальную стоимость в интернете. Я специально не вдавался в этом видео в техническое описание этих систем. Если вы хотите
подробно узнать о каждой из этих радиосистем, то переходите по ссылке в описании к этому видеоролику. Мы с Владимиром Бутусовым на двоих записывали большой полноценный видеообзор. Он длится более часа, где мы протестировали каждую систему, распаковали, показали, как она выглядит внутри, как ее нужно подключать к микшерному пульту. Это вам, кстати, будет и инструкция к применению, если вы не разбираетесь, если вы боитесь, как, что надо с ней делать, там все мы рассказываем. А также там есть звуковые тесты, как звучат эти все системы по очереди с микрофоном C516 и эти же радиосистемы вместе со встроенными микрофонами. Кстати, если вам нужны встроенные микрофоны, то тоже обращайтесь, в этом я могу вам помочь. Еще раз напомню, все эти системы продаются. Я гарантирую вам минимальную цену. Так что пишите, звоните и торопитесь. А с вами был Павел Уханов, профессиональный гармонист и преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных. До свидания.